С началом курортного сезона одним из самых популярных развлечений у отдыхающих становится джипинг. Любителей поездок по горам на внедорожниках привлекает острота ощущений, но их безопасность при этом никто не гарантирует. Более того, среди пассажиров нередко оказываются малолетние дети, которые путешествуют на руках у родителей. Основной целью мероприятия стало снижение дорожно-транспортных происшествий. Особое внимание сотрудники Сочинской госавтоинспекции уделили техническому состоянию автомобилей, путевой документации. С водителями и пассажирами проводили беседы. Только за один день проведения рейда на водителей, пренебрегающих правилами дорожного движения, составлено 16 административных протоколов. Основные причины нарушения, связанные с перевозками, это неисправность рулевой системы, неиспользование ремней безопасности, переоборудование транспортных средств. Уважаемые водители, перед перевозкой пассажиров подготовьте свои транспортные средства в рамках правил дорожного движения.